Некоторое увеличение количества зараженных коронавирусной инфекцией с начала пандемии зафиксировано в Ленинском городском округе. Таковы, по данным пресс-службы Видновской районной клинической больницы, итоги прошедшей недели. Число зараженных COVID-19 в муниципалитете выросло на 21 человека, что на 5 больше, чем на предыдущей неделе. Таким образом, по состоянию на 17 августа с начала пандемии количество заболевших составило 2386 человек. Число выздоровевших пациентов за прошедшую неделю увеличилось на 32 и всего составило 1981 человек. Количество лиц, проходящих лечение амбулаторно, 346 человек, что меньше по сравнению с предыдущей неделей на 32. В стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов поступил 121 человек, из них 15 жителей Ленинского городского округа. Нередко видновским врачам приходится спасать одного пациента сразу от нескольких напастей. Так в больницу поступил 38-летний пациент в тяжелом состоянии, острым воспалением дна полости рта и передней грудной стенки с новой коронавирусной инфекцией. Бригадой отделения челюстно-лицевой хирургии было проведено экстренное хирургическое вмешательство. Выяснилось, что причиной такого состояния стало самолечение. У мужчины возник флюс, а когда он попытался решить проблему самостоятельно, возникло опасное острое воспаление. Сегодня пациент выражает сердечную благодарность в адрес своих спасителей, которые вернули его к жизни.